Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю вязать свое платье полосами ажурных узоров. Я вяжу и с крючком вот узоры эти, показаны у меня в предыдущих видео, ссылка будет внизу. Дальше я столкнулась с такой проблемой. Работаю я спицами номер 2, пряжа ромашка. Оказалось, что я купила 2 разных пакета по 4 мотка, они оказались одного колора на бумаге, а на самом деле оттенки разные. Я долго искала пряжу, чтобы продолжить вязание своего платья, но не нашла. В магазине «Магнит Косметик» пополнение пряжи редко, там в основном такие неходовые цвета предлагаются, а мою пряжу было невозможно найти, а у меня было 8 мотков. 4 из них в одной упаковке более светлые по тону, а другие заявлены этот же колор 3006, но более яркие, сочные и темные. Не знаю, как передает камера, но на самом деле это очень видно, что пряжа разная. Так, не найдя нужной пряжи, я решила продолжить вязание тем, что есть. Итак, я связала вот такую вот часть, нижняя часть платья. Это все связано крючком, и видео уже есть по этой части. Дальше я приняла решение вязать более светлой пряжей верхнюю часть платья. Вот, провязала резинку 2 на 2 спицами и далее пошла вязать ромбами. Ромбы таким образом: 6 лицевых, далее 14 изнаночных, 6 лицевых, 14 изнаночных, вот таким образом вяжется. Вот эти вот хвостики, в зависимости от нужного количества петель, надо посчитать, сколько вот этих фрагментов нужно целых, умножить на количество петель, которое получится, и что получили, нужно отнять от всех петель. Разделить на 2, и получится вот эти хвостики. Итак, ромбы. В ромбах у меня вот здесь косички идут. 3 на 3. Вот здесь же 6 лицевых. Вот они и переплетаются, эти 6 лицевых, 3 на 3. А вот здесь вот в самом широком месте 14 петель. Я прилагаю схему вязания этого узора. Посмотрите, пожалуйста, кому интересен узор ромбы. Провязав нужное количество рядов узором ромбы, я стала вязать опять резиночкой 2 на 2. Вот кому интересен этот кусочек, то вот в этом видео вы увидели схему. Всех благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.